этого просто понять не могу. Но, естественно, все это прикрывается такой простой фразой: вы что, нам не доверяете? Вы что, думаете, кто-то будет воровать на фильме про дедов? Да вы что, типа? Ну и тут начинается самое интересное. Как оказалось, из достоверных источников сценарий этого фильма был написан еще в 2010 году, 4 года назад. При том, что этот сценарий был сразу, ну, отправлен в Минкульт, где, в принципе, он, ну, как бы понравился людям, но было сказано,